Юля, здравствуй, это Катя Малкова. Удобно сейчас разговаривать? Юля, скажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? Какой у вас род деятельности? А, ясненько. В общем, поздравляю вас с окончанием колледжа, университета там. Чем вообще планируете заниматься? Работу по специальности планируете искать? Ага, ясненько, поняла. То есть на данный момент вы как рассматриваете, ищете работу именно как основную, да, больше не как дополнительный доход? Угу, поняла. А переезжаете сейчас на данный момент, да, как вы мне писали? То есть это определенное время у вас занимает. Правильно я понимаю? Ясненько. Ну, давайте я вам расскажу тогда непосредственно, чем мы занимаемся. Я сама работаю уже год, и наша компания развивает сеть интернет-магазинов. Скажите, вообще с понятием интернет-магазин знакомы? А сейчас это направление очень активно развивается. Люди любят экономить не только деньги, но и время. А в нашем интернет-магазине представлена продукция повседневного спроса, то есть это средства личной гигиены, товары для дома, аксессуары. А это та продукция, которой каждый человек ежедневно пользуется, и она не нуждается в продажах. Задача менеджера, который нам нужен, это создавать поток людей в интернет-магазин путем размещения информации в интернете, чтобы они не ходили за тем или иным продуктом, например, в Бульбом, а приобретали его в интернет-магазине. А таким образом, задача состоит именно, как я говорю, не в продажах, а в привлечении конечных покупателей. Те люди, которые заинтересовались, мы им оформляем на сайте дисконт, плюс помогаем оформить первый заказ, выбрать доставку и так далее. А после они уже самостоятельно все это делают и приходят снова, потому что у них есть дисконт, они пользуются бонусами, акциями, выгодными предложениями. Плюс менеджер еще обучает новых сотрудников, потому что кто-то приходит пользоваться дисконтом, а кто-то зарабатывать. А как это делать, мы всему обучаем. Обучение у нас бесплатное, никаких рисков вложений нет. И так как работа предполагает удаленный характер, то и, конечно, обучение у нас тоже удаленное. Скажите, знакомы с системой вебинаров, что это такое? Это когда вам предоставляется ссылка, вы по этой ссылке переходите в виртуальную комнату, она называется вебинарная комната, там находится спикер, вас не слышно, вы можете задавать в чате вопросы, неважно какой у вас там задний фон, как бы, но при этом вы обучаетесь, получаете информацию от спикера. Скажите, хотели бы попробовать себя в данном направлении? Юль, скажу о компании, которой мы сотрудничаем. Вы, наверное, слышали о ней, скорее всего, слышали. Это шведская компания Reflame. Был какой-то опыт взаимодействия? Ну, вы не консультант, правильно я понимаю? Она занималась как по старинке продажами, промостойками. Ага, ясно. Но я просто, когда искала работу в интернете, я как бы не знала, что именно эта компания развивает такую сеть интернет-магазинов. Поэтому как бы очень была приятно удивлена, что это все-таки не каталоги, не промостойки. А мы доход получаем от созданного товарооборота, то есть в среднем 10%. Но товарооборот вы будете создавать не в одиночку, у вас будет группа менеджеров. Например, сейчас в моем интернет-магазине товарооборот порядка 300 тысяч рублей. То есть мой доход 30 тысяч рублей. Скажите, первоначально вас такой бы доход устроил? Хорошо, Юль, я вам сейчас добавлюсь с личной странички на вашу, скину вам анкетку для заполнения. Заполните, пожалуйста. Я вас зарегистрирую на сайте. От компании придет две смс-ки. Одна смс-ка с номером консультанта, вторая смс-ка активационный код 4 цифры. Вы мне его дадите, я сразу активирую вам личный кабинет. И в дальнейшем уже дам инструкции для работы. Скажите, у вас есть Skype или WhatsApp? А сможете в ближайшее время сделать? Дело в том, что в социальных сетях мы не можем давать обучающие ссылки, очень сильно блокируют. Сейчас уже суббота. Хорошо, договорились. Ну, вы заполните, мы это все сделаем, а тогда уже первые инструкции я вам дам, когда вы сможете что-либо установить. Хорошо, и потом уже посмотрите более углубленно материал, и мы с вами созвонимся, пообщаемся и сделаем планы. То есть будем рассчитывать на то, чтобы вообще ваш старт был максимально быстрым, я имею в виду в плане создания товарооборота в вашем интернет-магазине. Потому что мы действуем по принципу успешный старт, это быстрый старт. То есть чем быстрее вы включите,
учитесь, чем быстрее вы изучите материал, ну, я понимаю, что на первых порах вам сейчас как бы время там переезд и все остальное, но чем быстрее вы начнете как бы работать, тем, соответственно, вы выйдете больше на желаемый доход, и он у вас будет дальше расти, потому что он интернет-магазин постоянно развивается, он не стоит на месте. Хорошо, все, Юля, аж договорились с вами, тогда сейчас к вам добавлюсь и скину информацию для заполнения. До свидания.